Да, Дуда, плей. Эх, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт. Ну что ж, мы находимся с нашей деревней, деревня называется Общага. Почему Общага? Потому что у меня здесь общежитие. Ой, господи, ты что здесь делаешь? Подожди, алло. Как ты здесь очутился? Да, я посплю немножечко. Так, ночь прошла. Все хорошо. Слушай, чувак, как ты здесь оказался? Как тебя вытащить отсюда? Ладно, что-нибудь придумаем. Так. Друзья, так, тебе надо это... Угля, да, дать? Все. Сейчас я пойду собирать уголь. Так, а как же мне этот самый... Знаешь, что сделать? У меня здесь есть много палочек вот этих вот. А, нет, у меня здесь даже эта ферма есть. Подожди, сейчас я зайду сюда, посмотрю. У меня здесь есть бамбуковая ферма. Вот, видал, какая большая? Но для этого, но мне для сбора нужен меч. Так, булыжник есть и палочки. Так, где-то здесь у меня был... где вход вообще? Так, вот здесь мы сейчас сделаем... Блин, я не могу пройти. Сейчас мы сделаем меч. Так. Вот. Отлично. И мы сейчас будем собирать... О, смотришь, как резко, быстро, да? Так, мы сейчас соберем палочек. О, нормально. А, в принципе, сейчас я так быстренько все соберу. А, не знаю, вообще у меня много здесь будет. Очень... Подожди, мне сделаю немножко погромче. А ну, не знаю. О, звук пошел. Так. Сейчас я соберу побольше здесь палочек. Нормально. О, меч сломался. Ладно, у меня еще один есть. Меч. Так. Ну, мы сейчас соберем урожай. Да. Конкретно много у меня здесь бамбука выросло. Но почему-то нету ни одного... А, ну, в принципе, а я же так могу собирать. Подожди, алё, где у меня меч? Вот. Сейчас мы будем сделать, чтобы немножко палочки росли. Ну так, зачем мне полностью убирать, правильно? Они же потом отрастут, эти палочки, я надеюсь. Нифига, у меня мечи как лопаются. А где у меня еще один меч? Алё, у меня больше мечей нет. Ладно, сейчас будем строить. Видишь как? Ладно, мы сейчас соберем. О, сколько у меня много. Слушай. Надо, главное, еще это все высадить потом заново. Так. Подожди, а у меня... А, у меня уже не собирается. В смысле, алло, вообще что? Так, уберем вот эти вот. А, семена, они мне пока не нужны. Так. Все, прикинь, я все забил. Офигеть. Так, нифига у меня палочек этих куча, что у меня прям не хватает места. Давай что-нибудь выкинем, а что выкину? Тут у меня все нужное. Так, ладно, сейчас посадим. Опять бамбук мой. Так. Ну смотри, у меня не хватает... Нет, короче, мне нужно. Мне нужно, знаешь, что сделать? Так, выйти сначала отсюда надо. Так, а где у меня выход? Вот он. Нет. А где выход? Фига, я выход потерял. А я разве закрывал калитку или нет? Так, а, нет, вот калитка открыта у меня. Алло. Так, я не могу выйти из-за этого бамбука. Мне мешает. Так, ну давай сюда сейчас. Сейчас положим сюда бамбук. Во. Мне пока он не нужен. Так, все, убираем. И сейчас пойдем немножечко соберем. Во. Так. Да ну. А, нет.
Я думаю, почему же не собираю? Думаю, может опять что ли? Я инвентарь полностью забил этим бамбуком. Но бамбука у меня конкретно много. Ребята, кому нравятся бамбуковые фермы, напишите мне комментарий. И вообще, видели вы столько много бамбука или нет? Так. Сейчас мы, ну, в принципе, мы тут немножко посадим. Так, все, забрали мои даже семена. Все, и сейчас я пойду дальше. Смотреть, что мне тут интересно делать. Так, все, сейчас мы закроем. В принципе, посмотрим. Ой, бамбука вообще много, куча бамбука. Так, ладно. Но мне нужен не бамбук, мне нужен уголь. Уголь мне нужен. Так, сейчас мы тоже соберем. О! Так. Ну что ж, смотри, мы можем палочки делать, да? 64. Сколько палочек получилось? А, нифига, они дробятся. Алло. Они уменьшаются в два раза. Ладно, ничего страшного. Эх. Ладно, ну палочек у меня куча. Теперь. Так. Где? Мы сейчас сделаем побольше палочек. В принципе, палочки, они всегда пригодятся. Вот прям так много палочек. Ужас. Так, ну, в принципе, и все. Так, ну, сейчас мы положим сюда палочки наши. Во. Так, ладно. Мы можем сделать лестницы. Давай сделаем лестницу. Так, вот так вот лестница. Есть одна. Так, вторая. Ага, вот у нас еще есть. Так. Так, так, так. Ой, вот это вот сюда не надо, вот сюда так. Давай. О, нифига у меня лестниц сколько. Так, а как их... Подожди, не так я дострою. Ну все, в принципе, у меня лестница дофигища. Давай сразу положим сюда. Столько лестниц, мне много не надо. Так, ну что ж, пойдем. А, мне нужно покушать. Так. Мне нужно покушать, покушать. А давай хлебушка покушаем. Так. Сейчас мы сделаем. А, у нас, в принципе, много пшеницы. Ага, подожди, а где фермер? Фермер, чувак. Так, мясник. И ты фиг знаешь кто. Вот, фермер. Сейчас мы с фермером поменяемся, я ему дам пшеницы, а он мне даст денежки. А ну давай. Так, а тебе что, картошка нужна? И, а, тебе не нужно ничего, да? Гад, а, гад. Так, эти со мной общаться не хотят. Этот наш что? Нет, ух ты, железный меч дает. Бич членостоногих. Так, ладно, мне ничего интересного они не дали. Так, а ты картограф, да, у нас? А, тебе нужна бумага. Слушай, бумага. Дай-ка я подумаю. Бумага ему нужна. Ну, в принципе, бумага — это легкий крафт. Чтобы сделать бумагу, нужно этот самый, как его, посадить. У меня даже где-то он растет, тростник. Тростничок где-то есть. Сейчас немножечко здесь соберем урожай. Потому что наш фермер что-то совсем не хочет работать. Так, тут тоже все соберем. Посадим. Вот так, хорошо. О. В принципе, здесь хорошо мы поработали. Так, ну мне... Давай я сделаю себе хлеба. Ну, столечко хотя бы. Нужно покушать немножко. Вот, силы, в принципе, хлеб много дает. Так, а где у нас животные? Давай животных сразу покормим. Так, вот у нас коровки. Есть. Так, а ты откуда вылез? Так, кто у нас там еще остался? А, ну все, в принципе, я всех покормил коровок. Так, ладно, посмотрим, что у нас.
Тут делается. Так. Ага, здесь у нас есть шахта. Давай посмотрим что-нибудь в шахте. А, подожди, у меня же здесь тоже ферма. Я совсем забыл. Так, у меня здесь овечки. Мы сейчас овечек покормим. Так, я совсем забыл. У меня здесь куча всяких различных животных. Так, где у меня еще пшеница? А вот пшеницы у меня хорошо много. Так, все, вы не то ничего есть не хотите. Так, дальше. Так, вот здесь у нас друзья. Так, сейчас мы сюда зайдем и покормим их. Так, ну, правда, сейчас с разбегу. Угу. Не получилось. Опа, есть. Так, ну давайте мы вас покормим сейчас. Так. Что, я тут всех покормил, нет? Кого еще не покормил? Говорите. Так, все, всех здесь покормил, хорошо. Так, теперь надо выйти отсюда. Все, и у меня еще курочки есть. И курочек у меня здесь много. Так. У меня для вас тоже есть еда, ребята. Так, курей сейчас покормим. О, отлично. Ну, в принципе, все. Всех я покормил. Так, все, теперь валим отсюда. Так, тут у меня кто живет? Никого нет? Так, наступила ночь. Сейчас посмотрим, зайдем. Я покажу общагу свою. Так. О. Но это не общага еще пока. Это просто чуваки здесь отдыхают. Угу, то есть, ребят, а общага, основная общага, она находится у меня здесь. Вот. Смотри, сколько чуваков. В принципе, чуваков не сильно и много. Подожди, а ты скатываешься, что ли? Подожди. О, скатился, ладно. Так, а ну что у меня здесь? Так, давай здесь немножко вот уберем канитель. Он может прыгать на кроватик, смотри, прыгает. Давай этого столкнем, чувака. Так. Сталкиваешься? Или нет? Уи! Ладно, не хочет сталкиваться. Ладно, фиг с ним. Так, а ты? Так, давай попрыгаем. Столкнешься, нет? Нет, здесь вообще прыгать хорошо. Так, ну ладно, что прыгаем-то. Так, в принципе, сейчас посмотрим, что здесь у меня происходит. Никого нету. Ладно, я думаю, можно, в принципе, и поспать. В принципе, кровати много. Ну что ж, на сегодня все. Тогда всем пока-пока. До новых серий. Все пошли на работу. Идем на работу, друзья. Так, а тебе картошка нужна, тебе тоже. И тебе картошка, а тебе? Тебе что, ничего не надо? Так, блин. Но нет у меня картошки, блин, вообще нет. Была бы у меня картошка, я бы тебе дал бы. Тоже ничего интересного нет. А где моя картошка? У меня же была картошка. А, сейчас посмотрим, подожди, здесь же растет картошка, нет? Картофель. Где-то у меня картофель рос на какой-то грядке, не помню на какой. Ага. Так, а меча нету у меня, я сейчас... А вы что здесь столпились, подожди. Никто со мной торговать не хочет? Ладно. Ну что ж... Да, на сегодня, в принципе. А здесь, смотри, какая-то пещера. Давай мы ее закроем. Ямка. Это, наверное, тут у нас крипер был. Гад, взорвался. Так, сейчас мы это все аккуратненько уберем. Так, вот так. Все. Здесь, в принципе, чистенько стало. А здесь мы можем пожарить мясо. Так, но мяса у меня нет.
Ладно. Так. А ну-ка. Картошки нету здесь? Нету. Даже что там было? Кто плакал? Ну что ж, ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.